Несмотря на усталость, накопившуюся у молодых футболистов на финише сезона, отсутствие на поле Ананка, Цимбаларя, Кеченова, «Спартак» провел матч очень достойно. Так, как должна играть команда, претендующая на золото российского чемпионата. Правда, поначалу москвичи попали в весьма непростое положение. Уже на третьей минуте, вы это видели, ветеран «Зенита» Игорь Данилов открывает счет. К чести питерцев, они не ушли в глухую оборону и проводили порой довольно опасные контратаки. Моменты для взятия ворот не использовали тот же Игорь Данилов и Дмитрий Хомуха. А «Спартак»? «Спартак» в пятый уже раз в чемпионате, пропустив первым, смог решить исход поединка в свою пользу. 29-я минута, и один из главных претендентов на звание лучшего футболиста сезона Андрей Тихонов удачно реализует штрафной удар. Правда, справедливости ради нужно отметить, что, мягко говоря, не блеснул в этом эпизоде вратарь «Зенита» Роман Березовский. На исходе первого тайма хозяева могли вновь выйти вперед. Возможность хорошую упустил Игорь Данилов. Второй тайм. Имея солидное территориальное преимущество, спартаковцы, однако, острых моментов создали не так уж много. Вот один из эпизодов опасных. Но их упорство, настойчивость в достижении цели, самоотверженность все-таки были вознаграждены. За 17 минут до окончания встречи Егор Титов забил такой желанный, такой нужный гол. И в этом эпизоде вратарь хозяев допустил оплошность. Как мучительно долго тянулись для москвичей последние минуты матча. И вот, наконец, финальный свисток, победа и настоящая куча мала, устроенная счастливыми спортсменами.